Друзья, всем привет! Мы находимся на любимой горке питерских парапланеристов в Можайке на юго-восточном склоне. Сейчас пока достаточно еще темно и стоит туман, но скоро народ начнет, наверное, подтягиваться уже, и мы начнем летать. По температуре где-то 0, минус 1, даже минус 1, наверное, не будет. Но снег лежит, который он достаточно жесткий, хрустит. Особой грязи я не наблюдаю. И это хорошо. Для крыла хорошо. Да, стоит небольшая такая морось, пока я сюда ехал. Но здесь влажность достаточно большая. Стоит туман. Думаю, сейчас с рассветом все наладится. Итак, сейчас пока никого нет, как вы видите. Но сегодня, я думаю, будет весело. Ветер у нас достаточно хороший. И народу приедет много. Посмотрим. Поснимаем. Полетаем. Всего приятного просмотра.
Thank you.
Вот так, друзья, всего в 10-15 километров от Санкт-Петербурга есть замечательное место, Можайское, юго-восточный склон, рядом с Тутори-парком, где наши ребята питерские летают, тренируются, получают удовольствие. Вот. Так что нечего сидеть дома, все собираемся, едем на горку, и будет всем счастье. Вот Денис у нас кайфует. Так, ну погода, конечно, подкачала. Очень сильная влажность. Я полетал всего лишь минут 20, и с крыла просто текло уже, сырость. Потом все сложил и решил поснимать, как летают ребята. Надеюсь, вам было приятно смотреть данный видеоролик. Приезжайте на горку, приезжайте в Можайку, приходите в небо. С вами был Самойлов Иван. Всем пока.